Самі росіяни, як ти кажуть, вже сидять в очікуванні на валізах. Нині більшість молоді в Російській Федерації прагне виїхати з країни за будь-що. Опитування, проведене на вулицях Москви, якраз про це яскраво свідчить. Звісно, воно не репрезентативне, але серед тих, в кого запитали про еміграцію, не знайшлося жодної людини, яка б хотіла жити в Росії. Уїхали б із Росії, якщо була така можливість? Конечно. А чому уїхали б? Мне очень нравится, когда я не могу свою базовую потребность поговорить, просто сказать какое-то слово, мне нельзя, может быть, будет получиться. Скажите слово, выходите на камеру. Ну это я не знаю, как бы, я не улыбаюсь на самом деле. Куда бы вы хотели уехать, если была такая возможность? Вообще бы уехали из России? Я пытаюсь уехать в Амстердам. Да. Нидерланды. Потому что хорошие условия по ипотеке, классная IT-сфера и очень улыбчивые люди. Ну вообще, да, конечно. А куда поехали? Прямо сейчас я в Амстердам поехала. Ну в Турции, бы, может быть, я бы побыла бы какое-то определенное количество времени, а в Америку, думаю, что навсегда. Очень печально, что происходит у нас здесь. Там, наверное, где отсутствует туристика. Всех депутатов и законов, которые они издают, уже просто задолбали. Один закон погоняет другого. Если бы у меня была возможность, я всегда не возвращался.